Здравствуйте, дорогие друзья! Непременно, обязательно, во что бы то ни стало, несмотря ни на что и ни на кого. Пусть вас не удивляет мой внешний вид. Ситуация такая, что в организме у меня пока нет жира. Ну, случилось так. То есть все ресурсы организм отправляет туда, куда ему нужно. Жира нет, поэтому мне холодно, даже в этом вполне теплом помещении. А помыть голову, ну, это значит риск простудиться. Простуда для меня сейчас это равносильно билет туда, откуда я прибыл. Неохота. Прямо скажем. Поэтому пока у нас тут прохладно, и нам обещают морозы такие суровые. Ничего, перекантуюсь. Ну, заодно и вот вам оригинальный вид моего с вами общения. Прежде чем я перейду к основной части моего послания, отвечу на вопросы, которые мне постоянно задают в связи с моим обращением, где я упоминал видеоролик под названием «Миссия любви». Очень многие из вас, дорогие друзья, нашли этот ролик, но некоторые почему-то не нашли. Ну, великий и могучий YouTube там и все остальное. Мы знаем, как это бывает. Поэтому забивайте в поисковик «Миссия любви», канал «Астралионика», YouTube. Тогда у вас получится быстрее. И я надеюсь, все у вас получится. Теперь, собственно говоря, суть моего обращения этого. Значит, ситуация непростая. У меня, я имею в виду, с реабилитацией. Что-то получается, что-то не очень. Ну и некая противоположная сторона не дремлет, устраивает всякие там странности, и с этим приходится считаться. И мы должны понимать, что сейчас на острие битвы возможно всякое. Во-первых, покажите мне пальцем, кто у нас тут бессмертный в 3D. Буду очень благодарен. То есть это не к тому, что караул, все пропало и так далее. Это означает моменто мори. Ты должен делать все для того, чтобы вместилище духа и души было в приемлемом состоянии, чтобы его спасать. Но ты должен быть готов к тому, что нечто произойдет в любую секунду. Ты это должен встретить спокойно, достойно и с осознанием того, что ты сделал все. Вот я делаю все. Это первое. Второе. Мы находимся в контакте с несколькими группами наших друзей. У каждой из них свои прерогативы, свои возможности, свои рамки, в которых они могут действовать. У каждой из них своя точка зрения, свое понимание ситуации и понимание каждого из нас, и видение каждого из нас. Они очень спокойно, четко констатируют ситуацию. Вот буквально вчера они ее обозначили для меня как довольно серьезную, с определенной долей потери физического носителя. Это не значит, что вот все, повторяю, кранты. Они тут же обозначили задачу, то есть они могут подключиться более активно, если количество людей, так или иначе относящихся ко мне по-доброму, включится в молитвенное, так сказать,
молитвенную помощь, в которой они сказали, акцент должен быть на том, чтобы ошибки, которые я совершил в прошлом, были прощены. Так, там была очень сложная формулировка, я выражаю своими словами. Ну, знаете, тут все, в общем-то, понятно. Из суммы наших ошибок складывается то, что в мире называется карма. Это понимается, может, по-разному. Но от законов физики никуда не уйдешь. Поэтому задача поставлена таким образом. Кроме этого, когда мы думаем друг о друге, так или иначе готовы выразить свое суждение или, не дай бог, осуждение, всегда нужно помнить то место в Евангелии, в котором сказано, кто без греха, первым брось камень. У Альфреда Хейдека, я говорил о нем, это прекрасный писатель, последователь Рерихов, есть замечательная повесть, называется «Грешница». Я вам очень советую почитать, не разочаруйтесь. Там этот момент Евангелия описан так, до мозга костей пробирает. Поэтому задача наша с вами сделать все, чтобы возможность помощи наших друзей была глубже, шире, мощнее. Для этого всего-то ничего нужно. Я знаю, что вы думаете обо мне, посылаете мне благие мысли, молитесь. Сейчас нужна молитвенная помощь, в которой нужно просить о том, чтобы ошибки, совершенные мной доселе, были прощены. Там все знают, там все видят, все слышат. В общем, наверное, сегодня пока все. А теперь музыка.
Спасибо вам, друзья. Будьте здоровы. Всех вам благ. И до новых встреч. Счастливо. И маленький постскриптум. Я по-прежнему недееспособен в смысле труда. Не могу выполнять свои прямые обязанности и работать с пациентами, поэтому дохода у меня нет. Еще раз извиняюсь перед теми, кому помогал. При малейшей возможности буду. Но я очень прошу, дорогие друзья, не забывать о помощи нашему замечательному переводчику Александру Черкасову и Сергею, о котором вы знаете. Их реквизиты будут под этим видео. Уверен, что вы подключитесь и поможете этим замечательным людям. Спасибо вам еще раз. Пока.